Всем привет, с вами Диана, и я продолжаю играть в Outlast, и, как всегда, со мной моя компания. Правда, сегодня за место Ани Валерка. Ну? Здравствуйте! Hello! I guess. Здравствуйте! Ну, Виля. Серьезно? Серьезно? Здравствуйте, ребятки. Балдатенько. Ну что, я буду продолжать. Заметь, Валер, профессиональная балда. Да, одним словом, баклажан. Ой-ой-ой, я просто вспомнила, на каком моменте я... Да, на каком... Вход в подвал. Да, красивый такой подвал. Надо, Федя, надо, вперед из песней. Можно я здесь буду вот так сидеть, и все, и мне хорошо? В раковине, да. Да, можно я в раковину спущусь? Да. Нет, Диана, вперед. Прекрасный начальство. Спускаться вниз. Так, тут-то у нас ничего нету. Какой ты начальство, Зейн? Да, какой... да, я обычный начальник. Ну ладно, оттуда я пришла. Темнота и тишина. Ой, хорошо. Кто там? Тихо. Зашиву. Я не боюсь смерти. Я вообще ничего не боюсь. Естественно. Нет. Я туда не хочу. Тебе надо. Я понимаю, что надо, но я не хочу. Надо. Судьба требует. Угу. Судьба требует крайних мер, и они уже начались. Так, эта дверь, наверное, закрыта. Ага. Интересно, тут есть кнопка спокойного такого хода, а не приседя? Нет, или бег, или так? Эх, блин. Ой. Ничего не знаю. Да, самое главное, фигак с дверью хорошенько. А, меж матрасами спрятаться. Нет, под кроватью именно. Не, так найдут. Да, да, слепой найдет. Так, он пошел в какую-то другую дверь. Нет. А только хотел сказать. Тихо. Открывай, Яна, Новый год, блин! Здравствуй, Дискорд. Ой. Снова вылет. Ой. Яня, ее здесь нет. Она есть, мужик, она под кроватью. Еще не призрак. Проверь кровать! Не, не надо проверять кровать. Я же говорю, даже слепой это найдет. Под кроватью. Так. Зачем я вылезла? А зачем? Вот, да, вот согласен, а зачем ты вылезла? Нет, все, я не полезу. Слишком страшно. Ну, если страшно, то да. Да, это мои слова. Вырубить, проблема. Так, он сюда больше не пойдет или пойдет? Пойдет. По закону подлости пойдет. Да нет, вроде. Да не пойдет. Мне кажется, там... А, вон он там ходит. Он там ходит. Вон он. Ну да, давай, проверь еще под кроватью, пожалуйста. Это же так важно. Я, кажется, давай, поймай меня. Свои. Ты понимаешь, что ты говоришь, что он сейчас это и реально сделает? Да я просто понимаю. Смотрю на него, я так скажу, он, наверное, думает, ууу, я опять куда-то носок свой запихнул, ууу. Да, и такой, здравствуйте, вы мой носок. Да,
Девушка, дайте свой носок, пожалуйста, я свой потерял. Так, как он пойдет? Вот этот меня вопрос интересует. Ну, когда он отворачивается, надо, наверное, действовать. Только темно тут прям. Когда отворачивается, ну, только темно, как у... И зачем ты побежали? Как у шахтеров. Батарейка требует замена. И тут прям на него выходишь. Фигушка. Нет. Это стена. Вот еще одну кровать. Было бы смешно. Тихо. Ты меня не видишь, иди. Тетенька, тетенька, ну дайте мне носочек-то заблать, ай. Блин. Тебе кажется, это не я, уйди отсюда. Опа, шкафчик проверяет. Да, блин, даже тут носка нету. Он топоры ищет. Ну все понятно, кто это. Это мои топоры, уйди отсюда. Извините, но где написано, что это ваши топоры? У меня там, в шкафу. Там подписано, радужные. Да. Радужные. Радужные топоры. Радужные топоры нельзя трогать. Их там нет. А что, это тупик? Серьезно? Я пришла в тупик? Да. Да вы издеваетесь, нет. Хотя там дверка есть. Не эта дверка, а другая дверка. Я поняла, куда мне. Бегом! Так, как думаете, выживет Диана или нет? Ваше мнение. Конечно, выживет. Это ж Диана. Она еще не такое видела. Ну, знаешь... По моему... Даже не смей, каркать. Кстати, я на таком батарейку пустила. По моему мнению... Подождите. Я пытаюсь слушаться, секунду. Да не, его вроде бы нету. А ты уверена? Нет. Ну я о том же. Не надо лезть сейчас. Тихо. Ой. Такс. Ну чё, вылезаем? Энергия хамона. Правильно контролировать своё дыхание. Вон батарейка справа, Диан. Оп. Так же, как я, наверное, будешь в шкафчиках прятаться. Вон в этих кейсе. Ну ты... ты тоже у нас в шкафчике спрятался. Ага. Очень ты много меня раз. Лично отлавливал. Даже бар роботизированная. Тихо. Слушаем. Он же сейчас придет. Он это без внимания не оставит. Уверена? Да. Это закон всех хорроров. Ой, я же сказала, вон идет. И полите контору, он сейчас откроет дверь и скажет: здравствуйте, я пришел за вашими носками. Да. Мне кажется, он другой будет шкаф открывать. Нет. И какой же? Ох, напикаешь опять. Так, все, уходи. Еще не призрак. Да, правильно, уходи. Да, это очень приятное. Знаете, как я поняла, что он будет смотреть тот шкаф? Это стоит неровно. Ну вообще, я не знаю, он мог в этот шкаф заглянуть. Но это мое предчувствие. Да, решил проверить другой. Уходи, дверь закрой. У меня теперь другой. Мне не нужен больше твой номер в книжке записной, да. Эх, скучно мы тут сидим, однако. Что? Я вон... А что, мне вылезать теперь?
Я да, на теперь, этом монете кстати, вообще можно. С криками полетел бы вперед вообще. Слушай, я тут на плече и не могу оторваться, понимаешь? Я прилеплен. Ну, я прилеплен. А я не прилеплен, я бы сейчас прям сейчас полетел бы. Ну, летай. О, окей. Все, он летел, я остался сделанный. Да я тут его проверяю. Он тупит. И зачем я сюда? А, вон, батареечка. Нормально. Батарейка. Ой-ой-ой-ой. Батарейка. Меняем. Батарейки, ох, как пригодятся ведь. Что-то я чувствую, что я сейчас на него нарвусь. Да пока чисто, да пока чисто. Ох, не нравится мне что-то это все. Вы же, по-моему, все рубильники нажали, так? Остался только этот. Вроде... Дегенератор. Вроде бы. А вы уверены? По-моему, слушай, там два нужных этих предохранителя. Ну да, только два. А инфосотка? Я не хочу туда идти. А ай, надо. Ладно, 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 пошли. Пофиг. Ты так сказала, что... Сейчас он как будто не вылезет. Что ты делаешь? Что? Что? А куда? Я запутался. Мы зачем-то прыгнули. Зачем? Я его слышу, я не хочу туда. Нет, рано. Надо. Рано, видишь, он красный. Тогда пошли искать рубильник. Нужна еще одна такая кнопка. Прячемся. А, вот тут, вот туда нам надо. Вон он, вон он, вон он, вон он. И мне он кажется, сейчас... он сейчас сюда пойдет. Да, он сюда идет. Прячемся. Все, тихо. Ой, как приятно. Ага. Ой. Слава, знаешь, что Вилли это не видит? Как тебе сказать-то? Виль, ай. Как тебе? Дядя просто не очень хорошо поел. Валер, как тебе там наверху, на голове? Так. Нормально? Понятно. Валер, ты там не стукаешься ни обо что? Нет. Ну ладно. Ну вот, ему нормально. Он уже плавно переехал на шею. На шею? Зачем? Не знаю. Вот я о том же, он на голове. Я уже давно пожалуй... в косичках спрятался. А, на косичках? Я погрызу ту жвачку, которую я стырил у охранника. Ну он не идет. Потому что он тупой. Показалось. Да, мне тоже из-за освещения показалось, что там что-то важно. 5. Вот вам это. О, парень. Кирилл лучше. Алло. Наверх. Прячем. Что это было? Вначале. Ударили. Ты что делаешь? Бегом, плевать. Налево. Направо. Нажимаем. Ну, убили. Там сохранение пошло. Повезло, не повезло? Прям перед ним. Там было сохранение. Повезло, не повезло? Прям перед ним. Повезло. Так, а куда нам дальше идти? Да просто цыганские фокусы, да. А вот это вопрос Милена. Куда нам дальше идти? Вот наверх. Мне тоже интересно. И а, куда ну, нам... кстати, а возможно обратно, да, возвращаться. Даже, скорее всего, обратно возвращаться. Скорее всего? Ну как ты сломаешь деревянную стенку, Диан? Ну... Действительно, у нас же нет рук.
Ну, вообще-то мы можем телекинезом. Я знаю некоторых людей, которые умеют телекинезом. Так, я не знаю, куда нам, но пошли-ка мы обратно. Ну, а тут щелочки есть, мы-то пролезть можем, а Диана-то останется. Да, нам сюда идет сохранение. Ну, что, ребят? Ух, мне что-то это со... Опа! Мне тоже... Это вот мне совсем не нравится. А зачем мы лифт вызываем? Эй! Отличный повод. Выше или ниже? Это типичный пассажир из Dark Souls. Отличный полет. 10 из 10. Мне понравилось. Мало интересно. А фиг его знает. Может вернуться к компьютеру? Офис проверить. Чего проверить? Офис. Думаешь? А зачем? Пошли на компьютер. Да, возможно. Пошли к компьютеру. Ну да, вон клава мигает. Только камеры расфигачили, сволочи. Ну да, так. Нам сюда обратно, но... Вот, блин, мне это совершенно не нравится. Ой, Опа. Это священник! Это нечестно, священник! Я не хочу исповедоваться! Тихо! Так поступить, но тебе пока нельзя уходить. Еще много чего не увидел. Узришь ли ты? Сможешь ли? Истина владыки нашего Валеридора врывается в неверующих. Лишь истина выведет тебя отсюда. Яви свою сущую правду, и все двери откроются перед тобой. Если я не хочу этого видеть, можно я уйду? Дядь, какие вы наркотики? Чувак, ты понимаешь, что ты поехавший? Поехавший еще как. Да будет священники. Последний священник, которого я видел, пытался перезаписать вселенную. Так. И мы проснулись. Ага, и мы проснулись еще и в этой одежде. Или это наша одежда? Нет, это наша одежда, ладно. Ну, наша одежда, Диана, все нормально. Он тебя просто решил это убаюкать немножко насильственным способом. Ты не охотница, уйди от меня. Он даже вон эту камеру нашу оставил, господи. Такс. Угу. Кресты, rest in peace, покойся с миром. О, заметки. Почитаем, что там. Камера отца Мартина. Священник, отец Мартин, притащил меня сюда показать кое-что. Думает, я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Все здесь пошло не так из-за доктора Верники. Вот только он умер лет 10 назад. Покойся с миром, гласит кровавая надпись на стене. Больные. Мне интересно, знаете что? Откуда он узнал, что его зовут Мартин? Где-то там написано. Да, ты меня напугал, дурак. Кто, я? Нет. Назад, отойди! Отвалишь меня нахрен! Эй! Братан! Я выйти успокоительного, что ты делаешь? Братан! С тобой все окей? Нет, с ним не все окей. Мне это не нравится. Кому с тобой все нормально? А он окей! Да хватит свои руки распускать! Да я бы ее оторвал бы! Диан, они увидели тяночку, поэтому... Он похож на моего бывшего одноклассника из-за класса. Такая же рожа противная. Как ты мило отзываешься о своих одноклассниках. Да, я тебе так скажу. Это ты сделал? Чувак, у тебя кровь носом пошла? Да, походу он слишком много чего-то нехорошего. Ну я к нему подходить не буду. Ого! Нет, нет. Да, чёрнуло знатно. Не смотрите. У него аж глаз пошел вниз. Да, и он что-то... Так, не будем на это смотреть. Уходим отсюда в чёртову матери. А, еще лучше! Как я ненавижу эти моменты. Кажись, нервничай. Я не буду включать ночное видение, сразу говорю. Если и буду, то я сейчас отвернусь. Хорошо, я, короче, отворачиваюсь. Да ладно, подумай, чёрная цензура. Ой, да они похожи на гоблинов. Диан, все нормально. О, вот так вот еще нормально, ладно. Но если ты подобрелись, то да. Какое терпение.
Хочу его язык. О, бог всегда. Ой, ты хочешь мой язык? Твои. Не дам. Язык мой. Уйди. В каком смысле русский именно язык или что? Выглядишь словно призрак увидал. А так и нет. А ты говорить умеешь? Просто молчун типичный в школе такой, да. Мне показалось, или кто-то меня толкнул? Тебя толкнули. Тебе показалось. А тут спокойно вон. Ой, отойди от меня, отойди от меня, отойди от меня. Да он просто ходит по-своему. Почувствую силу земли. Да нет, он чуть ли не за мной. Господи, ему на тебя пофиг, он просто ходит и молится. Ты уверен? Да. Он молится богам нашим, священным. Да ладно вы! Что у вас там? Зачем меня так пугать? Пугает собака, блин. О! Эта дверь не открывается. Дверь не открывается. Очень приятно. Внешний молодой человек, мне нравится. Приятно познакомиться, да? Ага. Да, лучше перезаряжу-ка я револьвер. Может он... Какой револьвер, о, братан? Блок Б. А я с собой револьвер решил взять. Я ему мне его Ван Хельсинг сделал когда-то. Виля, а чё толку, он у тебя деревянными пулями стреляет? Не деревянными. А чё толку, если мы не можем отдать это Диане? Так. Другая проблема, он... Зависит от меня. Я маленький, и револьвер маленький. Дяне он не поможет. А вы все ну, так здесь помню. Стоите. Ну, стойте, стойте. К нему я даже подходить не буду. Мне кажется, он опасен. Закрой его нафиг. А, кстати, ведь можно. Пока. Пошел набуй. Пока-пока. Ты мне не нравишься, так что до свидания. До свидули. Подули, до свидули. Здесь ничего. Это все так же бьется башкой. А это дверь не для чего. Это там по заданиям-то надо. Выбраться отцу. Так. Если бы я был психопатом, что бы я сделал, чтобы сбежать? А, я бы тебе сказал бы, но план не понравился бы. Ну. А у вас дверку можно открыть? Нифига. Устроить анархию. А, кстати. Не отказался на... ли... Ладно, я промолчу. Там надпись какая-то, но я не могу нормально ее прочитать. Но там было написано, типа, бог всегда... Я, по-моему, кое-что вспомнила, правда, не факт. Место! Покой! Оставьте меня в покое! Покое! Подайте этому человеку королевский покой. Где ж отсюда можно найти выход? Я не помню. Где-то можно. А вот где этот курорт? Давай, вылезай тоже. А! Ну, здравствуй. Чувак, семечки есть? А если найду? Ну ладно, делай, что хочешь, чтобы не выкинуть. Да не все тебя не будут трогать, успокойся, можно убежать. О, вот эта дверь открывается. А чё толку? А смысл? Ну да, тут ничего нет. Просто уходим. Давайте уходим отсюда. Место. Покой. Если бы отсюда можно было уйти, все было бы намного проще. Извини, но мы не можем уйти. Ой, я его даже не заметила. Ага, вот еще открывающаяся дверь. Ой, тебе тут нормально? Ну, прости, что беспокою. Давай, пока. Не достаю! Маленькая еще, пошли. А, вот! Нашла! Выход? Ну, дверь-то не открыть. О. Четвертая камера слева. Кажется, это вот эта щель. Так, мне внуки очень дико не нравятся. Щель в стене. Все, валим. Я вас скажу, что мне нравится. Я тебя не видела, хорошо. Смирительной рубашки сидит такой. Мы... Ой, ё, мы туда идем.
Ты хоть вниз смотри. Покой. Оставьте меня в покое. Не показалось. Слушай, Диан, вот, по-моему, где-то под лестницей батарейка есть. Батарейка? Угу, по-моему, под лестницей где-то, я не... Что тут написано? Мне больше не нравится, что мы идем. Бог всегда показывает путь, следуй за кровью. Идите за кровавыми. Мне не нравится, что мы идем к тем уродам, которые хотели забрать мой язык. Ну, они хотят еще что-то забрать у тебя. Я же говорю, на органы, сволочи. Ну, ты здесь. Смотри-ка, должна быть. Нету, нету батареечки, нету. Я не могу. Зато тут это валяется. Я не могу это сказать прямо сейчас, но я. Это типичный подъезд многообщашки. Вот, кстати, да. Да, здесь не открыть. Мусорные пакеты, разбитая коляска. Илья, я тебе напишу, но ты должен понять, окей? Down the train. Прямо в дырочку, вперед. Подожди. О, записи. Я ж сказала, подожди. Ну ладно. Тема художественная программа для пациентов. Пациент, отец Мартин Арчимбот. Хелен, ладно? Доктор Цахнер дал мне вашу контактную информацию в связи с отменной художественной программы. Мой пациент Мартин Арчимбот показывал существенные успехи в ходе терапии благодаря рисованию пальцами. Всего через неделю после отмены художественной программы его шизоэффективные утверждения о голосах высших сил сильно усилились. Пожалуйста, разрешите человеку рисовать пальцами. Несколько долларов, сэкономленных на красках, тут же расходуются на дорогостоящий клозапин. Я не вижу в происходящем никакой логики, если только настоящей целью Мерков является полный отрыв пациентов от реальности. Пожалуйста, держите меня в курсе, доктор Нил Вольфрам. Веля, ты увидел, что я тебе скинул? Да, я это видел, я тебе скажу так, это писос. Чё, в кроличью нору? В кроличью нору. Надеюсь. Я не могу. Ну что ж, да. Да-да-да. Дадакин. О, дяденька тут сидит. Это были не эксперименты, а ритуалы. Черная магия. Да ладно. Ну, черная магия, так черная магия. Что я? Черной магией пользуюсь только я, но она у меня так работает, что мне приходится из этого когда-нибудь начать курить. Братан. Почему я нигде черная не вижу? Хорошенькие батареечки. Что не видишь? Батареечки. Прости, батарейки. Но они какие-то должны быть под лестницей. Я прям вот чувствую их ауру. Ой. О, не-не-не-не-не-не-не. У-у-у, бедный дядя. А ты пройди мимо. Ну думай, мужик, думай. Подумай о смысле жизни, там о своей семье. Не будем тебе мешать. Прошли мимо. Ой! Беги! Отличный план! Пошло набуй! Перепрыгивай! Я в курсе! Я бегу как могу и куда могу! Закрой дверь! Не хочу, не буду, все! Я и шкафчик, один со мной! Ай! Нет, не сработало! Верю тебе по башке. Перепрыгивай. Просто беги, как угорела, беги. Бегу. Закрой дверь. Прячься. Там, по-моему, где-то кнопка панели должна быть. Я прямо будущее вижу. Я пытаюсь видеть будущее, Зейн, не мешай. Какое будущее? Не пали контору, тишина в зале сюда. Так, по-моему, все. Да все, он уже ушел.
Музыка закончилась, можно вылезать. Где-то здесь, по-моему... Ой. Да, вот она. Все. И снова. И снова святая ночь, и только ей доверяю я. Так, ну на этом я могу сказать одну вещь. Мы будем заканчивать. А чё так быстро? Ну в смысле быстро? Ты посмотри, сколько мы уже снимаем. Ну ладно. Не-не-не, давай просто посидим тут еще чуть-чуть и потом вперед. Сидим, ждем, чуть-чуть. Я вижу какой-то интересный предмет, стеклянные двери. Юрки, ох, Юрки. Юрки, ох, Юрки. Ворон, черный ворон. Я в этом шкафу и закончу. Ну, как хочешь. Документов, правда, почему-то было очень мало в этой серии. Так же, как и заметок. Очень может, мало. Потому что мы не смотрели никаких вообще. Ну, я надеюсь, вам эта серия тоже очень сильно понравится. Так что пишите в комментарии, поставьте лайк, подпишитесь на всех моих друзьяшек. Вот. Ну, если не сложно... то расскажите обо мне друзьяшкам, почему бы и нет. Да. Ну, а с вами была я, Диана. Также с вами был Вилюшка, Зейнушка и Валерушка. Ну, а я вас всех очень-очень люблю. Всем удачки и пока-пока, ребят. До свидания, товарищи, дорогой. До свидания. До новых видео.